Белый – благородство, синий – верность, красный – мужество. Ежегодно 22 августа во всех уголках нашей страны отмечают праздник, посвященный одному из символов страны. День государственного флага России. Сегодня Щелковский район широко отмечает этот праздник. Центральной же площадкой его проведения стала площадь Ленина. Здесь в самом центре города Щелково собрались сотни людей. Районные власти, члены муниципальных структур, молодежные организации, спортсмены, творческие коллективы, жители нашего района собрались в одном месте и в одно время на праздничном митинге в честь знаменательной даты. Мы знаем, что наше государство под этим флагом пойдет вперед семимильными шагами, потому что у этого государства есть мы, люди, которые хотят сделать этот мир чище, лучше, добрее. Это символ патриотизма. Именно с этим флагом побеждают наши спортсмены. Именно с этим флагом и этому флагу присягают наши воины. Россия – страна с богатой историей, знать которую должен каждый. Во времена Петра I триколор был торговым коммерческим флагом. Государственным же стал в 1896 году. День государственного флага – праздник, который установили спустя без малого век, а именно в 1994-м. Сам же триколор сегодня не просто символ государства, но и знак единения страны. Очень важный для страны праздник. Я, как представитель молодого поколения, горжусь этим флагом. Праздник государственный. Дети должны приобщаться к государственным праздникам, патриотизм воспитывать и вообще любовь к родине. В этот день патриотические акции прошли в различных уголках нашего района, объединяя людей разных профессий и возрастов. Так отдыхающие в лагере юнармеец ребята вместе со своими вожатыми собрались вместе для проведения яркого флешмоба в честь знаменательной даты. Анна Бальет, Александр Аржевский, Станислав Беляев, Игорь Поляков, Андрей Белкин, телерадиокомпания «Щелково».